Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд топовой базы Луигуи Антонио, не знаю, как это произносится. Что это за база? Так, ну, то есть база, я знаю, что это топовая. Понадобится 2-3 сишки. В прошлый раз я использовал 3 сишки, в этот раз буду экономить и использовал только 2. Генераторы есть, если кому интересно. Первая сишка идет вот сюда. А вторая сишка идет вот сюда. Еще желательно съесть рыбные котлеты, чтобы шуметь поменьше. Готово. От первых двух волн я избавился. Вот тут взорвали первую сишку, тут вторую. И вот я открыл, получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ящиков. А здесь забираем 4 глока ракетницу. В этом ящике, который мы взорвали, можно сет, в принципе, организовать себе почти. Так, здесь я не пивал. Вот в этом ящике еще 2 глока. Стак аптечек, кожа. Здесь еще 2 глока. Так, топорик я тоже заберу. Так, здесь еще 2 глока. Ну, 1,5, грубо говоря. И здесь еще 3 глока. И топорик. Это мы забираем все. Единственный вопрос. Тут ботинок я пока не вижу. Ладно. Давайте пока заберем это. В принципе, 8 пистолетов я уже могу сложить. 3, 4, 5, 6, 7. Ну и самый целый, допустим, ракетницу так положу. И можно идти умирать. Так, я вернулся. Давайте залутаем мой труп. Так. Так, пока одену вот эту броню. Я заберу все. Сюда глок. Сюда пусть глок. И вот так. Так, тут нечего пока складывать. Давайте пока посмотрим, что у него в байке творится. Может, у него там что-то есть интересное. Эх, так. Да, тут ничего нету, ладно. В пикапе я смотрел, нет. Ключ есть, нормально. Так, генераторы мне не нужны. Давайте проверять, что я забыл тогда. Вроде бы как. О, ботиночки нашел. Можно переобуться, переодеться. И, кстати говоря, тут, по-моему, еще один сет можно надыбать, да? Или нет? Топоров я что-то до хрена с собой взял, зачем, непонятно. 3 слитка. О, ботинки. Вот еще один сет. Так, еще пистолеты разрушитель, еще ботинки. Так, давайте-ка мы их сложим сразу сюда, чтобы оно не мешалось. Раз, два, три, четыре. Раз, два. 3-4. Вот так вот. Готово. Идем дальше лутать. Сюда. Здесь есть аптечки. Здесь слитки, да? Слитки. Отлично. Заберу. Почти 5 стаков слитков. Не хухры-мухры. И вопрос. Какие остальные ящики открывать? Я в прошлый раз взорвал еще вот здесь сишку. Тут еще очень много ящиков. Я сейчас не скажу, какие точно надо открывать. Но знаю, что вот один фиолетовый тут есть недалеко. В нем находится около 10 стаков аптечек и 6 канистр с бензином, если кому вдруг это интересно. Ну а пока буду надбивать вот эти вот ящики. Так, надбил я еще пару ящиков. Эти я сломал. Но тут ничего интересного нету. Здесь... Опа, слитки, 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 слитки. Да еще и руды столько. Я вот, наверное, за место аптечек заберу бинты, потому что у меня их как-то маловато. И вот тут еще очень много руды. Я пока не знаю, что мне делать. Ну, наверное, броню я эту сложу. 3 слитка этих тоже уберу. Так, допустим, тут у нас руда. Я вот так ее положу. Если что, смогу ее быстренько забрать. В крайнем случае. Вот так вот, наверное, сделаю. Топоры я удалю. Так, ладно, поехали. Катаны неинтересно. Камни тоже неинтересно. Каменные блоки тем более. Так, еще катаны. Так, это я сломал. Я даже не убивал. Тихо. Я же так умереть могу. Так, давайте откроем следующие ящики, которые... О, тут еще пистолеты есть. Слитки, боксит есть, топчик. А, тут топорик есть, нахрена мне непонятно.
охромил, если ты замедлишь, там. Не вариант. Ладно, еще осталось два ящика сломать, думаю, я это смогу сделать. Так, открываю последние два ящика, забираю руду и сваливаю отсюда. Так, здесь, опа, скар, не зря пришел. А, здесь ничего, ну окей. В принципе, хорошо, что я сюда зашел. Тихо, захилились, и можно отсюда смело сваливать. Так, ну а вот весь лут с этой базы. Это получилось 17 глоков, скар, ракетница, разрушитель, 12 стаков железных слитков, 3 стака железной руды, стак боксита, 2 стака бинтов и плюс сет брони. Ну, один я буду считать, что в нем пришел, а второй у меня лежит тут в байке. За это все за 204. Как по мне, это очень даже топово. Но опять же, решать вам. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.